Эй, я не понял. А чё, она только вниз падает? Сейчас. Теперь понятно, почему такая длинная стена должна быть. Дорога. Да даже две. Чё, чёрт моё? Мне насрать глубоко, что там с неё падает, нам надо убить его. Я понял. У меня вопрос, сколько мы её уже сняли, потому что мы к ней близко не подходим. Она оставила кирпич. Окей. Больше, чем один. Эмблема. Короче, на магический дамаг. Angry Sarkissers. Эмблем. Чё, ты нашёл что-нибудь полезное? Баунхаммер? Я не помню, что он делает. Разбивает. Я понял. Чё, полетели дальше наверх? Чё тут толку торчать? Мы мужики им завалили стену смерти. Похоже, не такая беспонтовая эта штука была. Чё, пошли в Mass Effect? Поставь дверь обратно. Какой рода? Какие деревья там где? Это святая земля. Тут водятся единороги. Кобальт. Какие опасные мобы. Походи. Так, пошли в ТС.
User disconnected from your channel. Sound muted. Sound resumed. Disconnected. Connected. Вытираем ноги. Вытираем ноги. Еще вытираем. Че, пойдем? Он признал нас неадекватами. Да нет, я просто думал, что вы по какому-то внутреннему VIP разговариваете. Хотя у нас только смартфон, да, по какой кнопке он нажимается. А вы в TeamSpeak'е. Все, понял, сейчас обратно зайду. Нет, тут нет VoIP, тут 8 бит. Тут hotseat. Так, в общем, я так понимаю, вы стену завалили, да? Да. И это было непросто, это было очень просто. И появился кобальт, да? Да. А вот чтобы на вики не лазить, можно вкратце там про этот, про хардмод? Про что? Хардмод, который после стены. Вот, хардмод. Угу. Боссы там какие-то появляются? Ага. Святые земли появляются и подземные искажения. Искажение будет захватывать вообще все подряд, камень и песок. Будет куча разных штук появляться. О, единороги. Прикольно. Мумии. Сейчас найдем. Да везде должен бегаться. Короче, надо больше алтарей раздолбать, больше будет руды кобальтовой. Окей? Да.